Комплекс «Кристалл», который позволил нам здесь собраться сегодня и провести этот прекрасный вечер. И, как всегда, наверное, на празднике, в честь именин, в честь какого-то большого события, появляется торт. Внесите торт! Ребята, аплодисменты, потому что там написано, представьте, жирным таким шрифтом написано «Лев Лещенко. Апология памяти». Вам всем огромное-огромное спасибо, друзья мои, герои моей книги. Я вас очень люблю. Я благодарю всех вас. Я благодарю заведение «Кристалл». Я благодарю всех моих друзей и родственников тоже. Вот они здесь все. Желаю вам счастья на пассажок, на дальнюю дорожку. И помолчи, прислушайся, дружок. Жизнь пронесла, исчезла понемножку. Ну что ж, дружок, давай на пассажок, на пассажок, на дальнюю дорожку. И помолчи, прислушайся, дружок. Жизнь пронесла, исчезла понемножку. Ну что ж, дружок, давай на пассажок. Ну что ж, дружок, давай на пассажок.